Привет всем, с вами Лига Мюзик Варс. Ну а сегодня у нас очередная веселая дичь с Братоминатора. Как вы думаете, что будет, если взять 50% состава кошмарщиков на Братоминатор? Конечно же, будет веселье. Вот об этом я немножко не подумал. Вы знаете, что на кошмарках нужно делать только то, что говорят тебе командиры. Поэтому у многих проблема. Они хотят немножко веселья, хотят немножко отдыха. Поэтому на сложках они просто отдыхают. Давайте же вместе посмотрим, давайте вместе посмеемся, как у нас чисто и легко сливается Братоминатор не из-за того, что не добили, а из-за того, что переборщили с расходом.